Томилине открылся новый гимнастический зал. Это филиал спортивного клуба «Динамо Москва» имени двукратного олимпийского чемпиона Михаила Воронина. Где и как будут проходить тренировки будущих звезд спорта, увидела наша съемочная группа. Николай Кишкилев занимается в клубе «Динамо Москва» с 5 лет. Сейчас он мастер спорта по спортивной гимнастике и двукратный чемпион России. Но Николай до сих пор вспоминает свою первую тренировку. В пролоне просто сказали полазить, на батуте попрыгать. Мне понравилось, но со временем тренировки были чуть сложнее. Это очень важно, иметь оборудованный зал, так как деткам необходимо много приспособлений. Сначала попроще приспособить, сложнее, и они потом уже выходят на серьезный уровень. Гимнастический клуб «Динамо Москва» носит имя заслуженного тренера СССР и России Михаила Воронина. Именно он в 1989 году основал первый гимнастический клуб в стране. В нем вырастили несколько поколений победителей. Здесь воспитаны олимпийские чемпионы 2020 года Артур Далалаян и Никита Нагорный. Теперь будущие звезды спорта смогут тренироваться и в Люберецком округе. Мы ищем тех звездочек, а здесь, надеемся, их будет больше, чтобы потом они стали украшением нашего спорта и представляли нашу страну, и в том числе Люберецкий район и поселок Томилино. Мир спорта, он сложный. Не всегда он бывает справедливый, к сожалению. Но он особенный. Поэтому очень приятно, что столько желающих людей попасть в этот особенный мир, попасть в нашу семью, название «Динамо». В конце ноября в Люберцах проходили командные соревнования по спортивной гимнастике. Администрация округа старается поддерживать талантливых и успешных ребят. И хочу сказать, что для них у нас тоже реализуется проект, который называется «Люберецкие звезды», который позволяет материализовать свои достижения в спорте, в образовании, в культуре и так далее. Площадь спортивного зала около 600 квадратных метров. Батут, перекладины, пролоновые ямы, брусья, кольца. Зал отвечает всем стандартам всероссийских турниров. Первые соревнования состоятся здесь 25 декабря. В них примут участие самые юные гимнасты клуба. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.